Я рад видеть вас на наших частотах, а конкретно на нашем самом лучшем шоу «Сегапоги». В прошлый раз мы были заняты тем, что составляли топ-5 самых лучших игр на Dreamcast. Но сегодня мы займемся вещами насущными. Почему игры про Соника становятся все хуже и хуже? Куда и как надо вправить все эти... Мы прерываем эту ахинею для выпуска серьезных новостей. Небольшая группа хорватских разработчиков выпустила ту же самую игру, что и 10 лет назад, но на этот раз в HD. Отличий никаких, кроме HD. Наш собственный корреспондент провел расследование по этому поводу, он сейчас находится с нами на связи. Жора? Да, простите, техническая неполадка. Жора, вы все еще с нами? Спасибо, Петр! Я установил себе на компьютер ту самую серьезную SM1. И оказалось, что высокое разрешение можно поставить и здесь. Эта функция даже не является скрытой, как Cloud 1. Нас обманывают! Но в рекламе же говорили, что число полигонов возросло. Для меня с 2000 года все игры одинаково реалистичны. Спасибо, Жора. К нам поступают свежие сообщения. Осама Бен Ладен выступил с обращением ко всему миру. وهي الدولة الكبرى المؤثرة على سياسات العالم وكأنما حق بيت الظالم حكرا لها ومع ذلك كله استطاع بفضل الله تعالى 19 شابا أن يحرفوا بوصلتها عن مسارها فلقد أصبح الحديث عن المجاهدين جزءا لا يتجزأ من حديث زعيمكم ولا يخفى ما لذلك من آثار ودلالات. Это был Осама Бен Ладен со своим комментарием. Наши корреспонденты также опросили обычных людей на обычных улицах, что они думают по поводу выхода серии SM в HD. Спасибо, Петр! Мы находимся на знаменитом Митинском радиорынке, чтобы узнать, что думает простой народ насчет выхода серии SM в HD. Здравствуйте! А мы из журнала Game On. Не хотите ответить на вопрос? For gay? Да, именно. Пожалуйста. А мы из Геймонда. Не хотите ответить на вопрос? Откуда вы? Из Геймонда. А что это такое? Ну, это издательство такое. Не слышно. Ну, не важно. Кого из этих? Как это не важно? Как тут, здравствуйте, не важно? Это очень важно. Я, скажи, а может быть, антисемит, может быть, вы какой-нибудь, не знаю, гей, хлоп. Чем он занимается? Журнал про компьютерные игрушки. Про компьютерные игрушки. А другое дело. Вот. Давайте. Кого из этих людей можете назвать по имени? Никого. Никого? Нет. Точно? Никого, точно. Ах, как а вот, вот этот вот, вот покойник. Так, вот этот вот, а вот идиот вот. Нет, вот до этого. Ну все дураки, дебилы какие-то. Сириусен? Угу. Лептуркам. Да. Не подсказывай. Этого не помню. И этого тоже. О, круто. А вы знаете, что выходит серия SM в HD? И что? Ждем. Че? Круто? Надеемся, что будет круто. Быстро. Ну, от силы вот этого и вот этого. Ну. Duke Nukem, Serious Sam. О, мужик, ты мега крут. 2 из 2. 2 из 4. На самом деле из 2. Они все Serious Sam, кроме этого. Serious Sam HD ждешь? Не знаю. Вам тоже полный говно. А не хотите ответить, кого из этих людей вы можете назвать по имени? Вот у нас есть такой. 4 совершенно неизвестных человека. Что надо делать? Назвать по имени. Я могу назвать Duke Nukem. Молодец. Serious Sam. Так. А то есть не знаю. Отлично! 2 из 2! Отличный результат. Знаешь, сейчас выходит Serious Sam HD. Будет выглядеть примерно вот так. Да, это, кстати, тоже все Serious Sam на самом деле. Ну и что ты, купишь игру? Или тут купишь? Нет. Нет, это не другое? Нет. Ты вообще не любишь серию Сэма? Нет. Да, здравствуйте. Мы из Геймонда. Вы не хотите ответить на вопрос?
Никого. Отлично. А вы в игрушки вообще играете? Да нет, собственно, уже. А, ну ладно. Ну, в общем, это все были серии OCM, на самом деле. Сейчас вот выходит игра в HD. Не ждете? Нет. И не надеетесь? Не надеюсь. Отлично. Ну, это крутой Сэм. Этот... сейчас скажу точно. Блин, инопланетян мочил. Господи. Он умер недавно. Да ладно. Да. Да. Дюк Нюкем. Дюк Нюкем, ёлки, точно, родной. Так, это кто такой? Так, вот это вот тело тоже знакомое, это безобразие, но это я не упомню. А вот это... Джет Ли. Нет, это все серьезный Сэм. Все серьезно. Да, у него так менялось лицо. Но вы знаете, что выходит игра? Новый, что ли? Да. Не вы будете сдавать? Естественно. Вы же издавали предыдущий, да. HD который. Мы ничего не издавали, мы продаем лицензию. Извините, у меня просто лежит ваш сборник, который от 1С. Да, Саша, у тебя Ира на связи? Да. Спроси, пожалуйста, Sirius M новый, когда ожидается? Слушай, Ира, Sirius M когда новый ожидается? Ну, крутой Сэм. Ну, мы сейчас не готовы. Ну все, спасибо очень большое. А мы из Геймонда. Вы хотите ответить на вопрос? Кого из этих четырех людей? Да, здравствуйте. А тариф можно оформить? Да, конечно. Ну ладно, я пошутил на самом деле этот вопрос. Мы из Геймонда. Вот четыре фотографии. Было четыре. Ладно, вот три фотографии. Кого здесь людей можете назвать по имени? Serial Sam, что ли? Отлично. Дебьюки. Может быть. Я не знаю. Ну, неважно. Это все были серии Сэма, на самом деле. Да-да-да. Сейчас пересдают первую игру в HD. Точнее, уже пересдали. Что думаете? Ну, отлично. Отлично? Точно? Я не любитель серии тех же щей? Я не любил такого никогда, честно. Я тоже. Ужасная игра. Ответь на вопрос. Если мы скажем, что мы из Геймланда? Вряд ли. По адресу. Никого? Чик-нюкин. Плюс один балл. Точно? Да, это он. Больше никого. Как обидно. Игра вообще не играет. Ну, пожалуйста. Я не играю в игры, я не знаю. Как обидно. Некоторые говорят Турчинский. Как мы видим, Петр, серьезного Сэма никто не знает и не ждет. Нам поступает сообщение, что часть разработчиков уже ответила Чемберлену своими анонсами. К переизданию в высоком разрешении готовится. Doom 2 HD. Tetris HD, Bloodroman HD, NBA 98 HD и Kekend HD. Из-за гениального решения Кратим, вся игровая отрасль грозится впасть в кризис, сравнимый по масштабам с кризисом 80-х годов. В ближайшие 20 лет нас ожидают только переиздания старых игрушек в высоком разрешении. Это уже вызвало массовые беспорядки и недовольство. Срочно жди говно! Верните наши деньги! Я не хочу умирать! Против на мыло! Старые игры на новом движке. Что ж, это всегдашняя мечта всех 30-летних задротов. Но почему-то к нам возвращаются Сэм, а не Бен. Если стариков и вытаскивают с того света, то это уже не тот самый чай, а какая-то кока-кола. С вами был ваш постоянный ведущий Петр Матафонов в специальном выпуске новостей. Спасибо за внимание. Ну что там, продолжать можно? Наверное, да. Ну так вот. И Судзуки полный! Да что такое? Типа сюда? Вот это, поговорим об этом? Да. Вай. Типа, может быть, это. Спасибо за... Твой ёбаный микрофон. Спасибо за... Индустрия грозит впасть в коллапс, сравнимый с чёрным. Ха-ха-ха!
Ой, бля, я так зашла чем. Чёрт,